лингвистическую программу. И итак, у нас единая конструкция из двух школьных штативов. Берем обыкновенную палочку цилиндрической формы, вставляем ее в отверстие, любое отверстие, переворачиваем. Вот. Убеждаемся в том, что она, что где-то у нее есть центр тяжести. Кстати, есть очень простой способ определения центра тяжести. Вот так вот руки приближаются друг к другу, и руки сами показывают, где у системы центр тяжести. Видите? Ладошка, вот здесь центр тяжести. Вот эту точку мы замечаем. И вот сюда мы вставляем другую палочку. Да? Ставьте себе. Можно вот так, чтобы было надежно. И смотрите, что у нас получается, господа. Вы не поверите. Посмотрите. Больше того, эта система может даже вращаться. Если я аккуратно. Первый опыт удался.